Не то. Еда в еде, значит, вот он, да. Да-да-да-да-да. О, все, могу сделать холодильничек, отлично. Так, сейчас, где я увидел? Где? В еде. Шестереночки одна. Все. Шестереночки. Вовремя я все это собрал, да? Прям как знал, а? Холодильник. Холодильничек сюда расставим. Отличненько. Так, открыть холодильничек. И сюда кролика. А-а-а, все, да? Все. Пофиксили. Все, пофиксили, значит, приготовить. Понятно. Раньше можно было, по-моему, прям так кроликов запихивать туда, да? Так, морква. Так, уйди, пожалуйста, с места. Да я нифига не вижу. Сдвинься немножко. Так, отличненько, 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 отличненько. Все в порядке. Пойдем копать траву. Так. Одной сушилки, конечно, маловато, наверное, будет, да? Мне кажется, маловато будет одной сушилочки. Нужно будет сделать еще парочку. Так. Отлично. Полнолуние снова. Ага. Занятненько, занятненько. Что-то раньше я так не помню, чтобы прям вот так вот полнолуние было. Постоянно, причем повторялось дважды. Хм. Ну окей, 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 окей. Сажай. Отлично. Отлично. Далее, что еще хочется сделать? Что-то еще хочется сделать. Сейчас будем думать, что еще нам хочется сделать. Так, достать еду из казана. Это есть. Ага. Потрясающе. Пропитание просто на высоте. Ну и сразу же вторую партию сделаю. Давай. Жахай, вари там. Все, что хочешь, делай. А еще меня смущает следующий момент. Меня смущает следующий момент. Так, мне нужен золотой топор. Золотой топорик. И деревце меня вот это смущает вот здесь. Вот я его, наверное, срублю. Срублю. И выкопаю. Аккуратно. Главное, чтобы Энд не появился какой-нибудь супергигантский. Так, так, отлично, хорошо. Ну, давай. Главное, чтобы кусты сейчас не выкопал сам же. Каштанчики, каштанчики. Будем, деревья будем сажать, наверное, где-то здесь, мне кажется. То есть так будет очень удобно. Тоже, опять же, своя такая небольшая посадка. Полезно очень будет. Но не везде есть каштаны. Только у больших деревьев есть каштаны, у маленьких они не всегда вываливаются. Но вроде бы случаи были, что вываливались тоже. Ну давай. Так, борода у нас есть, тепло будет. Тепло, тепло. Еще одно. Давай, 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 дорубай. Сейчас там насадим, рассадим, и будет все в порядке. Отлично. Я помню, были случаи, когда еще игра вылетала, когда гломера только-только ввели, получается. Был такой косяк, что игра вылетала, когда гломера убивали и Честера тоже убивали. Так. Отлично. Сейчас насажаю я здесь вам лес. Лес рук. Так. Отлично, отлично, отлично. Жизнь вроде бы налаживается. Это самое главное. Тефтельки. Тефтельки. Вот они. Пора пойти за навозом. Кстати, нет, наврал. Наврал, вот просто взял и наврал, в душу плюнул. Молот нужен. Фу. Нужен, нужен молот. Молот нужен, нужен молот, молот нужен. Всем нужен молот. Ну, ждать долго. Вот дождей не было, кстати. Нужно еще сделать громоотвод. Громоотвод, потому что мы останемся без всего, если гром жахнет тогда, когда мы будем. Ну, как затаился за деревцем-то, а? Кустик затаился. Молоток, молоточек. Ну, готово. Так, это потихонечку растет. Здесь все функционирует. Рецепты, рецепты, рецепты. Ха-ха-ха-ха. Золотого молотка у нас нет. Ладно. Обойдемся без него. Давай. Это нам точно пригодится. Пойду за, теперь за навозом. О, крольчи.
крольчи. Сейчас. Надо готовиться к зиме очень сильно, очень основательно нужно готовиться, потому что скоро уже начнет холодать, и мы останемся без штанов. Без штанов останемся скоро мы. Так, отлично. О, а чё ж вы переместились-то? Чё ж вы переехали-то? Эй, товарищи, друзья мои. Друзья мои, товарищи, чё вы переехали? Вы ж нормально там на поле-то были. Чё ж вы сюда-то перебежали? Если сюда прибегут гончие какие-нибудь огненные, то пройдет всем кирдык массовый. Загорится и лес, и все прочее. Так что давайте-ка возвращайтесь сюда. Нечего здесь бегать. Так, клык гончий 3 штуки. Тоже пригодится потом. Ну чё ж вы ушли-то? Давайте обратно. Эй, братья. Так. Лопата. Нет, ни к чему. Дядя, так, ладно. Вперед, дядя. Отличненько. Надо будет еще шахматный пол потом стырить, скоммунизить где-нибудь. Будет вообще замечательно просто. Так, громоотвод мне нужен. Громоотвод. Измеритель, дождеметр, порох. Громоотвод. Один камушек всего лишь. Всего лишь один камушек. Всего лишь один камушек. Громоотвод. Громоотвод нам нужен где-то... Где-то создать громоотвод. Создать громоотвод. Так, ну, посередочке сделаю вот таким образом. Надеюсь, поможет. Надеюсь, поможет. Но зачем ты по... Эй, не порть, не порть там ничего. Портит мне там что-то. Так, паучьи железы откуда-то взялись еще у меня. Это мистическим случаем. Так, прячь. Что там, не портится еще? Нормально все пока? Пока нормально, пока жить можно. Так. Это не портится. Нет, мы положим пока сюда. Навоз, 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 навоз. Кусты. 3 штуки. Так, моркву надо будет сейчас собрать. Тоже обязательно. И морковку сейчас я... То есть не посажу, а... На хранение в холодильничек оттащу. Оттащу-ка я. Достать растение. Давай. Так, и семечек у нас не густо. Холодильник. Морква. Пошла морква. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Иго темное. Так, ладно. Паутинки 2. Обломки костей 4. В джудж. Так. Знаешь, что я тебе скажу лучше? Нам нужен навоз сейчас и быстренько удобрить все, что мы там понавыкапывали, все, что понасажали, как раз хватит вот на раз-два. Раз, два, три. Еще остается на что-нибудь. На что-нибудь, на что-нибудь. Вот сюда вот удобрить могу. Во. Птицы. Птицы. Мне нужно что-нибудь ценное. Что-нибудь ценное очень мне нужно. Что-нибудь ценное очень не нужно. Так, надо подождать, видимо, надо подождать. Когда птица садится на землю, нам нужно немножечко подождать и потом уже... Так, потом уже бежать и пугать. Сейчас вот, по идее, должно получиться. Ну? Не? А, во-во-во, принесла. Свежая птичка принесла мне как раз семечку. Спасибо. Хватит нервничать. Не нервничай. Чё ты нервничаешь сразу? Так. 23 травы. Чё? Все что угодно есть, а? Паутину пока уберу отсюда. Нечего здесь делать паутине совсем. Так, сложить вместе. Я вот думаю, надо на пауков, видимо, пойти. Тут что-то они как-то очень сильно развились. Так, надо бы их как-то прижучить. Надо их как-то прижучить, но как? А, говорили мне, что зажигай. Блин. Ядрёт компот. Вовремя. Ладно, хоть еще и не погас. Очаг-то мой домашний. Мясо монстра, вяль. Погодите-ка, а как это так вышло, что
А, пауки, ёкаламины, пауки попались в ловушки-то тоже ведь работает. Хо-хо, сейчас я пойду тогда на них, сейчас я пойду активно на них тогда. Это будет хорошая затея, хорошей затеей это сейчас все будет. Понимаете же, понимаете, вы меня понимаете? Семена здесь растут быстрее для выращивания семян. Хорошо, хорошо. Хорошо. Окей. Пока ничего трогать не буду. Сейчас я пойду расставлю ловушки вокруг этого гадюшника. Может быть, они попадутся как раз-таки. Слышите, так хорошая затея же, но... По-моему, кто-то даже и писал мне об этом, что пауки попадаются в ловушки. Угу, все правильно, пауки попадаются. Халтура! Халтура! Ну... Ну иди сюда. Чпулык. Во. Шпилдык. О, и сразу паутина автоматически дается. Ну нормально, ну. Респектос. Куда? Так, хорошо. Слушайте, хороший способ. Шпилдык. Один готов. Иди сюда. Иди сюда. Я вот здесь прям стою. Эй! Ну, а кто попадаться-то будет? Я, что ли? Иди сюда. Шпалдык. Отлично. Суперская. Вот это дело. Вот это другой вообще. Вот прием просто шикарен, на самом деле. Так, ловушки у меня две осталось, да? Еще есть пауки? Тогда я заранее вот здесь так расставлю. Вот таким образом, да? Так, теперь, значит, мы идем сюда и просто убегаем. Раз. До вас. Не, не про канала. А чё? Ой, блин. Ага, вот не тут-то было, друг мой. Зря ты, зря, зря. Так, еще раз, раз. Еще раз, два. И вперед. Еще есть? Нет. Все, никого нет. Здесь надо этот гадюшник убирать, потому что непорядок. Все равно попадешься. Лалка. Лалка. Давай, 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 убирай это, вот этот гадюшник убирает. Баффало Бифл разбегаются из-за этого. Боятся вот этой вот ерунды всей, вот этой вот порнографии здесь. Вот, порядок должен быть. Тишина должна быть в библиотеке-то. Отлично. Паутинки теперь 7 штук. 7 штучек нам хватит на что-нибудь. Ловушки кончаются. Где-то, кстати, у меня ловушки еще с той стороны были. Так что вот здесь вот 2 стоят. Все-таки я перейду сюда, наверное, 3 кролика, 4 будет хватать. Пока. Будет хватать. Пока горит очаг. О, очаг уже загорелся, да. Отлично, куда? Стопэ. О, сколько здесь у меня ловушечек? 2. 2 ловушечки. Ну, как раз мне хватит. Мне хватит. На черный день всегда должно хватить. Так, мясо есть. Если что, будет, можно будет зажарить его, убрать на хранение в холодильничек. Зима наступит, как говорится. И все будет нормально. Мир 1, день 12. Отлично. Так, 2 ловушечки стоит. 3-ю сейчас поставим. 2 ловушечки уже стоит. 3-ю сейчас будем ставить. Кыш. Уйди-ка, мешаешь, а? Отлично, от одних паучков мы избавились. Это меня прям просто вообще порадовало. Знаете, так неплохо. Так как стратег прям сделал. Так. А что, у меня кончилось уже все, да? Ну ладно. Okay. Готовь. Готовь. Красавчик. Красавчик-мужчина. Отлично. На хранение. На хранение. На хранение взяли. Угу. Так, отсюда. Отсюда, сюда. Отсюда. Вот нормально. Сейчас, сейчас все будет, дружище, сейчас все будет. Не бойся, сейчас все сделаем, сейчас все наладим. Сейчас ты будешь и кушать, и все что угодно делать. Ну, что, здесь, я думаю, серию закончу. Получилось очень круто, очень так все забавно, очень шустро. Поэтому встретимся уже в следующих сериях выживания вообще всяческого. Поэтому до новых встреч, друзья, хорошего настроения. Услышимся. Пока.